Дмитрий Викторович Ландышев. Михаил Андреевич Киташов. Россия. Мы из России, из Москвы. У меня отец был тренером, привел в этот спорт. И потихонечку пошло и дошли до такого уровня. Ну, у меня просто отец всегда интересовался лодками, ему были интересны скоростные лодки. И он меня в это дело тоже втянул. И я вот оказался в X-CAT в конечном итоге. Как давно вы... Слаженность. Упорство. Да, упорство. Воля к победе. Воля к победе. Вот у нас постоянно прям. Через край. Мы хотим победить. Очень хотим. Команда New Star теперь выступает в классе X-CAT. Ну, это один из самых прогрессивных, самых интересных классов на сегодняшний день. У него действительно есть будущее, на наш взгляд. Это, ну, на сегодня самый интересный класс среди скоростных лодок, который по всему миру проводится, соревнования проводятся по всему миру. Мы с огромным удовольствием и интересом начинаем воспринимать участие в этих соревнованиях. Очень приятно, что нас приняли в эту семью. Ребята гостеприимные, помогают во всем. Ну, насчет наших успехов в будущем, ну, мы надеемся, что у нас все будет получаться. Сейчас пока не все получается, но мы стремимся к тому, чтобы все было гораздо лучше, чем сейчас. Самое интересное место, в котором мы принимали участие, это все-таки было Луган. Очень красивая природа. Гонка проходила прямо в самом непосредственном городе. Очень много зрителей. И атмосфера такая соответствующая была. Ну, в принципе, да. Ну, в любом городе есть что-то свое, в любом месте что-то свое интересное, на что обращаешь внимание. Опять же, после зимы попасть в Дубай, тоже солнце, воздух, вода, опять же, гостеприимные люди, улыбки. В принципе, везде, везде по-своему хорошо. Точно. Да я думаю, стереотипов-то нету. Русские и русские. То есть сравнивать балалайка, медведь, а водка, ну это как бы неправильно. Тут сравнивают, мне кажется, профессионализм со своими. В принципе, начали уважать, начали приглядываться ребята. Мы пока на должном уровне. Выглядим хорошо. Текст собирается полный. Ну, это, конечно, ты. Нет, конечно, ты. А что я? Мы тебя последний раз ждали, что не помнишь? А мы тебя тоже ждали. Нет. Я всегда говорю, когда я выезжаю, что это меня не ждать. Все, я вот в это время выйду. А ты всегда, мы тебя стоим всегда и ждем, понял? Ну, опаздываю на минуту, две. Максимум пять. Я даже не скажу из-за чего. Лодки главный, кто босс? Ну давай, скажи мне, кто главный в лодке? Ну, говори. Нет, я думаю, каждый отвечает за свое направление. Ну, иногда, то есть, бывает то, что кто-то что-то косячит где-то. Ну, приходится, то есть, то Миша на меня гаркнет, то я, Миша, не туда. Так, в принципе, это все по делу, это все по гонке. Обстановка дружеская, доброжелательная. Стараемся вникать в гонку, уходить в гонку, оставаться в гонке до последнего, до финишного. Стараемся. Ну, очень хочется победить, если честно.